Ну что ж, вы хотите, чтобы я показал вам? Я это профессионал, топовый игрок в Доту 2. Как играть за CF, да? Хорошо, я сделаю гайд в старом формате, как это было на первом канале. Такие гайды у меня набирали по миллиарду просмотров. По миллиарду просмотров! Но сначала давайте мы пробежимся по никнеймам. Алексей Золи Чизи, потом мы и ваши Арксплей, топ-герой, Энджел Дойник Пирожок, ЕС Лошадка. Лошадка. Кстати, первый раз такое читаю, чтобы так никнейм писали Лошадка. Лошадка. Но для этого нам нужно сразу будет занять мидлейн. Мидлейн. Да, забудь говно мид. Сейчас. Выкуси моего говна. Я первый написал, что я мид. Мне посрать. Может быть, он написал, но это были доли секунды. Я этого не увидел, к сожалению. Не увидел. Зачем он пишет по-английски, вы можете меня спросить? Не знаю. У меня стоит русский сервер с русскоязычным отбором. Но зачем-то нам пишет человек на английском языке. Может быть, он дурачок! Там вроде когда началась игра, что-то в чате промелькнуло, но я не увидел, что это было написано. Поэтому все честно, я взял мид. Почему спрашивает ты серьезно? Я вроде взял СФ. Я же профессиональный СФ. Чем СФ-то плох? Что вам не нравится опять? Господи Иисусе. Ну сейчас нас пары не научат. А, да, я же вас должен научить, как быть топовым профессионалом за СФшку. Если враги возьмут Пуджа, вообще СФ не нужно брать первым пиком, но вы видите, да, что здесь паблик, здесь война за мид нереальная. Если бы я не взял СФ, я бы вообще бы в жизни мид не увидел. Так, что я хотел сказать, у меня вылетело из головушки. А, да. Короче, самое главное, чтобы не взяли Пуджа, это самая большая наша заноза в срокотании. Но, я думаю, Пуджа здесь не будет. Баратрум, неприятный герой. Что я вам покажу? Во-первых, это будет гайд. Да что вам надо, дауны? Что тебе надо, а? Как можно спросить? А я точно норм, да я же создал доту, глупец. Такие вопросы. Кто еще напишет? Кто еще? Видите, сколько внимания моей персоне? Это мои зрители все. Все, кто играет в доту, это мои потенциальные зрители, понимаете? Ну все, давайте. Очень много пафоса, очень много пафоса. Но, наверное, на деле будет вообще ни о чем. Ведь они не понимают, что я иду мид, ванна. Раз, два, три, четыре. Нет, не четыре. Четыре. Пойдем, нет. Пойдем прогуляемся на мидок. Ля-ля-ля-ля-ля. Почему-то сначала парни не поверили, что я иду мид. Зачем он пишет? Зачем мне пишет? Мне скажи, что я сделал не так? Ну, пикнул с ФФ, вроде стандартная ситуация, вроде у меня нету тапка в начале. Нормальный закуп. А, да, у нас же гайд, я забыл. Короче, что мы делаем? Мы покупаем агилити, да, две штуки, для того, чтобы у нас был дамаг. Большая проблема с ФФ в чем? У него вначале нету дамаги, пока он не накопит от убитых крипов с помощью своего, ну, как бы четвертого скилла, но он как бы идет вторым, грубо говоря. Ну, пускай будет четвертым. Вначале мы это, качаем четвертый скилл. Это души. Чтобы наш герой накапливал души, и у него будет увеличиваться урон. Вы видите, два урона за каждую душу. Душу. А я не... Мы поняли, короче. Да, вот мы видим, что со мной играют русскоязычные люди. Это сразу, в принципе, видно. О, ну и, естественно, пуш. Ну как же без пуджа? Ну, естественно. Хоть бы одна игра была бы без пуджа. Так, что вам надо? Вы видите, здесь очень серьезная игра. Мы играем на деньги. Сразу говорю. На 100 рублей в час. То есть каждый час игры стоит 100 рублей. Давайте пробежимся быстренько по скиллам. Первый, второй, третий. Ну это все один скилл. Носит урон по прямой. Первый скилл близкий койл, средний, дальний койл. Четвертый скилл, как я уже сказал, накапливает души, увеличивает наш урон. А пятый скилл. Да вы что, дебилы что ли?
Ну, понятно, дабл мид, да? Ясно, короче, нормально, мы не постоим сегодня. Окей, окей. Опа, почти. Это был баг, у меня немного лагануло дота, вы видели. Мразь тупая. Да пошла нахрен, тварь. Пошла. Ладно, самое главное с ИФ это что? Это нужно фармить. Да, нам будет нелегко стоять на лайне, это понятно и так. Это мразь будет по КД кидать нам отраву. Ну ничего страшного. Видите, с одного ее, это, скилла ее. Ну давай, говно, пойдем в размен. Нет, 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 не пойдем, не пойдем. Больно мне, больно, пупец. Вот сейчас бы койла, койла. Давай, братюня, койла. О, добил, хорош, хорош, хорош. Койла, койла, койла. Хорош, хорош, койла, ну-ка. Ладно, все, она ушла. Так, ну вот вы видите, да, со мной уже пытается идти на размен. Она может очень сильно пожалеть. Здесь по-любому будут гангать меня по КД, по КДшечка. Косая, ты дура тупая. Опа, не взяла крипа, не взяла. Хилимся, хилимся. Есть такая поговорка, хилишься, живешь. Опа. Да ты чё, мразь тупая, не хочешь умирать, что ли? Пошла, псина. Лучше прокачивать четвертый скилл, но мы сейчас будем делать акцент на койла, потому что, видите, здесь просто пойти на размен может быть очень хорошо. Так. Ах ты, псина. Пошла отсюда, мразь. Ты зашла не в тот двор, скажу я тебе сегодня. Хорош, хорош. Хорош. Так, если пойдет пуш, нам будет очень больно. Ну, почти, ладно, ладно. Так, у нас сейчас мало маны, мало маны. Но опять же говорю, что нам сейчас лучше фармить, прокачивать койлушки свои. На говно. На говно. Неприятно, 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 больно. Пойдемте похилимся. Ну вот так мы, собственно говоря, и стоим мид против тупой ссаной квапы. А сейчас самое главное, давайте мы сейчас накопим на койла. По идее, мы даже еще один уровень получим. И можно попробовать ее убить. Но если она сейчас кинет на меня свой яд, будет очень неприятно, конечно. Так, там обоссали пуджа. Это сильно меня очень радует. Тихо-тихо, рано, рано. Подождите. Я забыл, как фармить за СФ. Да-да, давай, бей меня, бей, бей, бей. Вышка, сделай мне больно, сделай. Там что-то пошли наши фидить, но я пока не знаю зачем. Ну ладно. Опа, хорош, хорош. Все, просели мы по ХП. Вот это сделаем вот так. Вот так. И вот так. И ничего не заберем, нормально. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. О, денай, денай, хорош. Ну, профессионал, что сделать? Профи есть профи. Ладно, сходим на базу, у нас... сильно отравили, очень сильно отравили мою душу. Тварь тупая, просто кидает, знаете, первый скилл свой, и все, и стоит АФК, больше ей делать ничего не надо. Хорошо, у ней пока сейчас нету банки, это хорошо. Вот пришел Рубик меня гангать, но мы все рассчитали, все было полностью рассчитано. И, естественно, гайд будет какой-то уникальный, мы будем играть через ветра, то есть не будет стандартного СФ, только хардкор. Хорошо, у нас появились койла, да, третьего уровня. Пошла, мразь, как тебе? Хорошо, да, в личка? Ой. Мой крип, мой. Так, пуджа нет, это самое главное. Хорош, забрал, хорош, профи. О, мой скилл просто уже выше и выше. А куда еще выше-то? Говорим, что ушла эта инвалидка. Говорим, жмем чат. Я сделал все, что мог. Денайдим. Опа, давай, братиша, давай. Оп. Ну что ж, тебе всему учить? Вот как надо делать. Потом делаем так. Опа. Хорош. Я не знаю, что вы делаете. Балуетесь, дурачки, что ли? Пока мы не трогаем нашу ульту. Я описал СЦ. Это уже ваша проблема. Ульту мы качаем после того, как мы уже гарантированно набираем. А, СФ даун, прикиньте, СФ даун. Охренеть, я еще и даун, господи Иисусе, Дева Мария.
Ну окей, окей, постоим вдвоем, дабл мид, давай, чувак. Вы видели, я писал СЦ? О, хорош, хорош, пропушил, типа, да? Опа! Опа, опа! Опа! Хорош, почти, чувак, давай. Я все равно пофармлю. Пойдем пропушим, Уайн, что делает? Ну, СФ и даун, ну, конченый СФ. То есть, эти ДСПшники, они внизу пофидели и таки подумали. А давайте мы напишем, что СФ даун. Ну, давай, чувак, давай. Хорош, хорош, хорошая логика. Опа! Больно, больно! Покупаем! Я все. А, нет, не успел купить, ну ладно. Эх, очень больно нам было, очень больно, ну. Благодаря нашим саппортам, которые поставили 0 вардов наверху, ничего страшного. Мы опять идем в мид и будем стоять на миду, пока не соберем то, что нам надо. Дальше нам посрать, просто посрать. Тем более, с ФФ даун, поэтому можно не торопиться и идти фармить. У нас, видите, помощник есть. Спасибо, братюня, спасибо. Хорош. Ну, ты... Да, давай, говори, говори, чувак, расскажи. Окей, о, даже так? Кстати, мы уже знаем, кому можно кинуть репорт. Опа, опа, опа. Уже есть у нас человек, который получит репорт за оскорбление. За оскорбление. Опа, все, отлично, забрали все, что можно, уходим. Нет, пока мы ульту не качаем, еще рано. Мы, видите, не можем набрать 36 душ. Не можем. Гангать? А я не думаю, что я должен гангать, где стоят трое на одного. Что-то мне кажется, не сегодня. Опа, спасибо, братиша, спасибо. О, Рубик пришел, зайка моя. Так, сейчас, короче, мы покупаем себе это Staff of Wizardy. Так сказать, потихонечку подходим к нашим ветрам. Наша задача какая? Постоять мид, пофармить. Это я и делаю. А ихняя задача какая? Просто фидить внизу и подыхать. В конце игры мы кинем репорт однозначно троллю за оскорбление. Я никого не оскорблял. Как тебе, нормально пофармил? Лох, Саны, даже это чмо, которое играет за котла, ничего не может в этой жизни, понимаете? Ничего. Ладно, сейчас пойдем на базу, отрегенимся. Будет у нас ТП, ну и куда-нибудь сделаем ТП, пофармим. У них есть Медуза. У Медузы минус в том, что у нее мало ХП. Я в говне, видите? По самому говне. Это норма, это стандартная ситуация. Давай, 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 100 монеток, давай, братюня. Что пишет СФ даун? Спорим? Ну, капай, капай, капай. Вот, пойдем сейчас спокойненько пофармим. Пускай они там фидят. Нам все равно. Сделаем койл, потом делаем еще один койл. Хорош, хорош. Опа, и забираем. Забираем еще одного крипа. Вы видите, как фарм возрос? Какая скорость фарма божественная. Типа, я должен туда сейчас пойти их помочь? Нет, не хочу это помогать. О, как здесь все печально. Ой, как все печально. Ладно, теперь можно... Опа, хорош. Теперь можно качнуть ульту. Теперь можно... Так, тихо, койл, койл, койл. Давай, братюня, давай. Ну. Так, нормально. Тварь тупая, ладно. Чмошник забрал моих крипов. Кину ему репорт. Я пошутил. Репорт кинем только троллю. Он нарушил правила игры, правильно? Есть, когда кидаешь репорт, там можно выбирать за что. Там есть такой пункт, оскорбление. Вот. Он оскорбил мою маму, папу, дедушку. Пробежался по моей, как называется, альбом. Никому не достанется. Дауны тупые. Так, нам осталось еще 100 монет. 100 монет, и нужно нам еще прокачать один левел. Все. В принципе, стандартно, смотрите, вот когда вы будете играть за СФ, как должно быть у вас. У вас, по идее, ветра будут появляться к 9 левелу. К 9. Левел. ЛВЛ. К 9 уровню, кому как удобнее. О,
Тихо-тихо. Там будет такой вкусненький рубик. Нам нужно 50 монет. И нам еще нужна ульта. Ой, не ульта, уровень нужен. Чтобы прокачать еще раз души. Эй, говно, давай, давай, давай. Ах, хорош. Состилил все, что можно было. Ну ладно, самое главное, что мы получили уровень. Опа. Давай, братюня, хорош. Ну, кто мастер фарма? Я мастер фарма, давай. Видите, да, это чему пытается забирать меня крипов? Вы видите, да? Просто конченая тварь. Это стандартная игра, понимаете? Стандартная игра в паблике. То есть, Котл обоссанный стоит прям в упор к катапульте и пытается забрать ее у СФ. В Мид-Салатину, говорит, прикиньте. У нас на Миду только один раз случайно убили, по-моему, и все. Мид-Салатину. Ну, ясно, что взять. Увидите, у мудака жопа горит, 0-2 у него. Горит попочка. Попочка горит. Ой, так что у нас здесь происходит? Можно, в принципе, давай, 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 братюня, давай. Ну. На, мразь, по роже тебе. Так, кто там еще у нас есть? Где эта тварь? Просто ФЭ вышел на охоту. Когда вы убиваете, вы получаете за это души. Когда убиваете крипов, там по одной душе. Когда убиваете вражеского героя, 12 душ, запомните. Поэтому у нас, видите, сейчас души полные. Давайте уже купим сапог. Без сапога что-то мне как-то стрёмно. Обычно мид просирает по-другому. Он говорит, у нее там 3 слота. У нее 3 слота ДЦП, потому что она нафармилась на вас. Понимаешь? Она ходила вниз, гангала и убивала, когда я писал ЦЦ, тем более. Ладно, пойдем, давай, 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 ветра, ветра, ветруля, ветруля. Нет, 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 нет. Нормально, ладно. Можно было забрать, но я не стал стилить, пофиг. Пойдемте уже сносить. СФ уже нафармился. Сейчас, по идее, мы собрали ветра, мы можем убить практически любого соло. Если правильно сделаем. Здесь очень важно делать правильно ветра. Очень важно делать правильно ветра. Очень важно делать... Видите, да? Чмо. А, кстати, знаете, что надо сделать? Надо отключить помощь. Обязательно. Эта мразь по-любому будет тпшить. Так все играют котлы. Они всегда играют против своей тимы. Всегда играют. Будут мешать вам фармить. Будут забирать у вас фарм. Будут тпшить там куда-нибудь на гору и так далее. Медуза. Ну, давайте попробуем медузу убить. Нужно кидать ветра практически вплотную, то есть не сразу, не издалека, потому что мы не успеем подойти. Эй, говно. Ну давай. Ну давай, говно. Ну давай. Ну как тебе, а? Кто здесь боженька? Кто боженька здесь? На колени быстро встала передо мной, мразь, на колени. М? А? Так, кстати, мы сейчас кидаем в игнор этих тварей, чтобы потом я их, когда увижу, да, сразу буду банить их нитрейд. Ну и, как я обещал, кидаем за оскорбление в игре. Хорошо, осталось 0 жалоб. Ладно, ему повезло сегодня, ему повезло. Этой мрази повезло. Тем более, мы сейчас прокачали ульту прапали. Не забывайте, что у медузы еще есть щиток. У нее, по-моему, был включен щит, да, насколько я помню. Я не помню точно, был или нет. Но в любом случае, мы убили эту шмару, это хорошо. Теперь нам надо забрать латур. Или мы сейчас можем собрать себе, проапгрейдить до аквы. Давайте мы так и сделаем. Будет у нас аква, хороший арт. Так, ну и что-то не поможет мне, нет? О, братиша, давай, и чё? Тварь тупая, а? Ах ты мразь, ну. Ушла. Ну, конечно, она бы ушла, это без вариантов. То есть, я мог бы убить ее только через ульту, но ульты не было. А Койл, он очень долго летит. Ну, Квапа, видите, она знала, что она делает, она знала. Поэтому она не боялась, она стояла, ей было посрать.
Хорошо пофармил, молодец. Обожаю нашего кота чмошного, обожаю просто. Просто Господь дай ему долгой жизни. Видите, как СФ забирает. Эй, говно! Нет, нет. Живи, детка, живи, 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 живи. А сейчас обратно все придут, да? Тихо, 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 братюня, живи. Все-таки пока можем еще умереть. Давай, давай, долго идем, очень долго. Че, я выживу, нет? Хорошо, вроде жив. Разбег никто не делает. Но даже если бы он сделал, я бы, в принципе, с ним подрался. Так, ну нормально. Потеряли только старого пердуна никчемного, 2-5 у которого. Так, ну вот мы прокачиваем теперь 5-й скилл, да. Уменьшает броню у врагов, которые стоят рядом с нами. Вот мы видим радиус. Видите, уменьшение брони 3, 4, 5, 6. То есть это, в принципе, оно нам практически не нужно. Мы качаем в самом конце это. Сейчас фит вошел. Фит, 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 фит. Фит, так, фуловый пуш. Сложно убить фулового пуджа будет. Хорошо, ладно, пойдем на мид. А вот это говно можем попробовать еще убить. О, видели, да? Я специально, когда подошел, я знал, что он развернется. И поэтому койл прям в него был второй. Средний. То есть, как бы, когда я кидал средний койл, он, получается, не попал бы, если бы стоял бы на месте. Этот чмошник. А я рассчитал так, что он пойдет назад. А то у нас желтый. А у нас шейкер есть уже даггер, да? Это хорошо. О, кому-то жопа полная. Ну, это... А, это конь же, это немощь, понятно. Хорош, хорош, чувак, хорош. Зато он у нас фарм забирал весь, напомню вам. Так, нет, 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 не лезем, опасно. У них медуза фрифармит, это плохо, это плохо. Давай, братюня, давай, 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 пошли, пошли, пошли. Видали, а? Как вам? Разосрал ее жопу, а? Ай! Сюда иди! Эту игру, скорее всего, мы проиграем из-за тиммейтов, честно сказать. Я знаю, что будут гневные комментарии, высеры будут. О, причем здесь тиммейты? Ты говно, тиммейты хорошие, это я знаю. Ну, мы же знаем, Dota 2 аудитория, какая она. Там одни диванные интернет-герои. Одни профессионалы топовые, у которых там по 500 тысяч ММР в секунду. Это мы все знаем с вами. Это мы все знаем. Поэтому я уже привык к этому. Ой, как привык. Да уже сдохни, дура. Еще мне что-то мигает, да он. Иди, убивай. Опа! В жопу себе помигай, выродок. Рубика даже не можешь соло убить. Ну, они-то сейчас там и сдохнут вдвоем. Смотрите, сколько у него? 7-5. Ну, в принципе, неплохо, нормально. Но они сейчас могут сдохнуть, я чувствую, ладно. А, пес. На, видали, какие койла божественные. Учитесь. Так, ну что я могу еще вам по гайду сказать? Что здесь по гайду? Сейчас, секунду, сейчас пофармим немножечко. Смотрим на карту. Всегда смотрим на карту. Плюс в том, что здесь, кстати, хороший вижен. Да, я что-то даже не обращал внимания. А, все, смотрите, мы, короче, делаем акцент на первый и второй скилл. Ну, я имею в виду первый, второй, третий, четвертый, вот эти скиллы. Потом ульту и в последнюю очередь качаем пассивку. У меня появляется ульта. Давай, 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 пошли, 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 поможем, пойдем. Давай, братиша, давай. Я готов пойти, чуваки, гоу. Нет. Меня, кстати, убивают волки, видите, соло. Теперь мы собираем латар, да. Во-первых, из-под латара мы сможем атаковать. То есть это будет скорость атаки, это будет дамаг.
Забывай покупать ТП, это плохо, надо ТП покупать. И аватар нам нужен, чтобы мы могли выживать. Это очень важно для любого игры. И по минимуму умирать. По минимуму. Вы видели, Койла просто великолепно. Ни одним Койлом еще не промахнулся. Обычно, когда так говорят, начинают промахиваться. Ну ладно. Ну, все-таки профессиональный СФ, профи. Профессиональный СФ. Хорошо, есть начало у нас. Как же больно, как же больно. Начало аватара у нас есть. Ну, убейте же. Давай, давай, давай. Хорошо, минуса нуль, говно. Ну, один удар ты сделаешь? Давай, детка, давай. Ну. Ну, говно, ну, давай, ну. Нормально. Да ладно, выжил. Ну, как же ты выжил, мразь. Ну, все равно, вы видели, все идеально прошло, но тварь выжила. Скорее всего, у него стики были, по-любому стики. Потому что когда я бил, я все полностью рассчитал. То есть там был последний удар. Вот потом глянем, я уверен, что у него стики есть. Но все равно, вот например, да я вам показал, что Бара против СФ, да это в принципе ничего страшного. Даже если Бара побежит на нас сейчас, я просто подниму его ветра, тоже сделаю прокас. Потом тем более у нас будет Ватар. С Ватаром, если что не получится, просто убежим, да и все. Нормально, все будет хорошо. Стики, смотрите. Ну. Да, были у него стики. Были у него стики. О, братюня. Так, ульты у нас нету. Тихо, 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 тихо. Нет, назад, назад. Так, что-то мне не нравится обстановка. Да вы не можете убивать, что ли, Рубика? Вы дауны? Эй, говно, иди сюда. Да что ж ты будешь делать? Давай, давай, детка, ну. Сдохни, шмара. Окей, все, все, жив, жив. Ну, ветра, они, в принципе, нам всегда помогают. То есть, вот, например, чтобы уходить, да, чтобы... Если бы пуш на меня не ультанул, я бы кинул на него бы ветра и спокойно ушел. О, как все плохо. А, что делает наш кот? Он просто фидит всю игру. Фидит, 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 фидит. Фидит, фидит, фидит. Почему вы не можете уйти домой обратно? Вот. Давай, братюня, давай, давай, пошли, пошли, драка, драка, рака, драка, рака, пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Ну, все, гоу, пошли, пошли, я готов драться. Нет, все, одни мы не пойдем. Так, пока у нас 5-1. Ну ты еще фигово. Ну хотя бы так. О, как здесь всех много. Ой, как много их. Почему вы вдвоем нападаете? О, печаль, беда. Это забейте просто. Просто забейте. Что творят? Вот теперь можно попробовать. Давай, пойдем. А, в смысле, он ушел? Что они делают, я не понимаю. Почему он ушел? А, забери, короче, посрать вообще. Не наша проблема, пойдем дальше фармить. Просто больные. Сначала нападают вдвоем, короче, на четверых, на пятерых. Один умирает. Потом приходит другой. Я думал, у нас будет трое. В итоге, тот сделал ТП, у нас осталось двое. Fucking logic. Хорошо, давайте аватар. С аватаром будет гораздо нам легче. У нас есть ульта. Пойдем, 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 братюня, давай. Ну ладно тебе. Давай, давай. Отлично, все забрал. Нет, нет, я должен был... Не успел, ладно, ничего страшного. Хотя, продолжаем, продолжаем драку. Не успел я отменить ульту, потому что очень много жал. Давай, пойдем, 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 пойдем. На, говно. Дабл килл, дабл килл от профессионала.
Double kill team. Давай, братюня. Короче, дальше. Что мы делаем дальше? Дальше мы идем сносить всю базу ихнюю. 1200 у нас голды. Что можно купить дальше? Давайте подумаем, да? Можно собрать скари. То есть сейчас у нас есть атака, более-менее нормальная с руки. У нас есть прокаст очень сильный. Скади даст нам выживаемость в первую очередь. Давайте пойдем в скади реально. Скади, скади, скади. Отличный арт, очень хороший, считаю, арт для СФ скади. Потому что у нас 1200 хп, вы понимаете? Это ничто, 1200 хп. Так, стата 7.1, ну, пойдет, пойдет, пойдет. Ну, профессиональная стата, что вам сказать. Так, пошли фидить, скоро откатится у нас ульта. Давай, 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 давай. В прошлый раз, видите, не получилось ультануть, потому что сработала ульта. А, этой дуры тупой. Хорош. Так, подождите. Давай. Эй, говно! Ах ты, мразь тупая, ладно. Я не стал ультовать, потому что я был очень далеко. Запомните, что ультуйте только когда вы более-менее близко стоите к ветрам. Все, уходим. Здесь больше делать нечего. Если вы слишком далеко стоите от ветров и просто кидаете на дальность, вот так вот, да? Это плохо, вы не успеете подойти никак. Поэтому такого делать не надо. Так, 1900 у нас, ладно, нормально. 2000. В принципе, у нас есть ульта, можно пойти ее реализовать, попробовать еще раз. Или зафармить, купить себе ультимейты орб. Опа! Забрал, 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 давай, братюня. То сейчас потихонечку будем жирнеть. Вот куда он пошел один? Потом, да, он будет мигать мне. Люблю, люблю его логику. Хорош, хорош, братюня, давай, давай, мигай. О, я сам помигаю, ладно. Так, все, готов я драться. Не забываем, что у нас есть аватар. О, как больно. Шмара тупая. Отпустила его. Нет, здесь мы уже ничего не сделаем. Пока, братюня, пока. Хотя можно пойти подраться. Если пойдет шейкер, то можно пойти подраться. А у него ульта-то есть? Ульта вроде есть у него. Ульта есть. У него еще есть инвиз. У меня тоже сейчас будет инвиз. Так, раз. Опа, профессионально. Топ, 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 топ. О, хорош, хорош. Ну, давай, давай, ну. Давай, давай. Ладно, не успел, но все равно больно как. Хорошо. Я мог выжить, вы видели? Я мог уйти. Ну, зачем я остался, дурак, а? Моя ошибка. Все сделал идеально. Они решили меня гангануть. А, сделал ветра, потом лотар. То есть я бы выжил стопроцентно. Стопроцентно бы выжил. Но моя ошибка, я начал ультовать. Не надо было. Ну ничего страшного, 7-2, ничего страшного. Сейчас быстренько пойдем наберем души и будем их убивать. Прорвемся. Конечно, когда на тебя нападают 3-4 героя на одного СФ. Ну, не считаем этого тупого шейкера. То СФ будет больно. Можно купить БКБ. Ну, что вообще можно собрать сейчас, в данный момент? Можно собрать Кирасу, тоже великолепный вариант. Можно собрать БКБ себе собрать. Вот она, БКБ. Кирасу можно... Ой, не Кирасу, это Баттерфляй. Баттерфляй. Можно собрать Скади. Ну, все, что здесь написано, все можно собрать. О, какая ты мразь. Ну давай, сейчас придут тебе гости. Шмара. Окей, сейчас задача наша собрать максимум быстро души. Опа, спасибо. Плюс 5. Собираем души. По-любому, если будет разгон, разгон будет на меня. На меня. Поэтому сразу готовимся морально. Раз. Два. Все. Так, Рошана забрали наш, это хорошо. 28 душ. Я вам советую... советую ультовать только тогда, когда у вас полностью собраны все 36 душ. Можно, в принципе, пойти пока пропушить, а чё бы нет.
Да, пойдемте пропушим, они мне ничего не сделают. Я думаю, что пыли у них точно не будет, если что, я уйду. Опа, опа, опа. И забираем, просто забираем онлайн, убиваем крипа и поехали. Оп, 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 оп. Опа, оп. И таким вот образом нагибаем за СФшку. То есть пока наша Тима дерется, это называется просто сплит-пуш. Сплит-пуш. Пока Тима отвлекает, там где-нибудь дерется, мы пушим. Такое было сейчас очень часто на Азия Чемпионшип, там великолепный пример. Опа. Мы знаем, я уверен, что у Медузы нету пыли стопроцентно. И просто сплит-пушим, смотрите. А, внизу тем более это дура. Поэтому потихонечку ломаем товер. Ой, ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Ну не надо. Ну не надо печалиться. Ладно, все, уходим. Кину просто койл наугад, уходим. Бара, у них есть бара, он появился. Но он на меня, по идее, разбег не может сейчас сделать, по замыслу. Вот он разбег делает. Пойдем, пойдем, пойдем. Опа, так, хорошо, пока бежим дальше. Что там происходит? А, там все уже ушли, ладно. Покупаем второй ультимейт орб. Пойдемте драться, пойдем, 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 драка, пойдем, пойдем. Да тварь тупая, а. И чё, а я в инвиз войду, чё дальше? А, так у меня палит тварь, да? Ну хорошо, чмо. Ну, беги, шалава, беги. Нет, нет, нет. Не заметил, что я был просвечен, к сожалению. Ну, ничего страшного, уходим. Нормально, все было хорошо. Ну, кроме того, что когда я ультовал, да, пуш хуканул. Ну, все равно нормально, 7-2 пойдет. Потом, короче, смотрите, когда уже покупаем себе скади, здесь, в принципе, можно любой ужар собирать. Но я уже, конечно, в кирасу пойду, чтобы вообще быть жирным. Чтобы броня была огромная, скорость у нас будет шикарная. Так, мы сейчас никуда не положим ультимейт орб. Ладно, пока без него походим. Там осталось, тем более, нам очень мало собирать. Все, почти откатилась наша ульта, и идем опять гангать. Идем, идем, просто по КД. Никогда не ждем время, короче говоря. Просто появляется ульта, идем, убиваем. Просветка была, да, плохо, плохо, плохо. Не рассчитал я, что будет просветка сразу же. 14 секунд. 10 секунд. Там, скорее всего, делают отводы, да, это чмо. У них голубой баратрум. Надо проверять, есть ли у него сейчас просветка у баратрума. А, и пойдемте заберем товар. Товар! Сейчас просто на изичи. Пойдем, заберем товар. Вот оно, бежит говно. Просветки у него нету. Хорошо, хорош, хорош. Опа! Опа! Тихо, 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 братюня, тихо. Нет, 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 нет. Где эта мразь тупая? Ну убей ты уже это говно. А, он мою ульту украл, лол. Давай, давай, пошли, 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 братиша, давай. Опа. Опа. Ну, ну, будешь что-нибудь делать? Давай, хорош. Говно, ты куда пошло? На тебе в ружу койл, все, подох, нормально. Все, все раскидали, все койлы были идеальны, все было идеально. У нас еще, кстати, ульта есть, да. Здесь не было момента ультануть. А вот теперь сейчас откатится у нас ветра и будет у нас ульта. А, так здесь вообще все запущено. Тихо, 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 братиша, нет. Ой, как здесь больно, ой, как больно. Пошла нахрен, дура тупая. Сейчас уже очень опасно, очень опасно. П
Пошла нахрен, окей, уходим. Нет, нет. Ну нет, инвиз, пожалуйста. Нет, я бы не выжил просто никак. Ну никак бы я не выжил, понимаете? Никак. Может быть, ушел бы в инвиз, да. Ах, ладно, ничего страшного. Да, это просто нулям повезло, понимаете? Не просто повезло, не более. У них шансов практически ноль. Ноль шансов. Ну, я сейчас показал вам пример. Ну, бежал Баратрум, и чё? Убил я Баратрума. Хотя их было четверо. Здесь было двое, здесь один, здесь. Убили Баратрума? Жалко, конечно, что умер. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас быстренько пойдем опять наберем души. Уже можно покупать дальше, заканчивать. А Скади осталось немножко. Нормально. У нас, в принципе, все идет неплохо. Для СФ мы погибли три раза. При том, что играет против нас Пуш и Баратрум. Поверьте, это очень хорошо. Эти два героя, Баратрум и Пуш, они обосывают СФ в говно просто. Так что, а, изи-бризи. Давай, давай, давай. Вылупляйся, вылупляйся. Нужно набрать души. Пойдем быстренько на топ тогда. И Бара, скорее всего, побежит на нас опять. Ну, ничего страшного. Мы видим, что Бара голубой, все хорошо. Идем. Давай, братюня. Опа. Опа. Вы видали? 26, хорош. Побежал Баратрум? Я не видел, побежал или нет? Подождите, стоп. Я просмотрел. Скорее всего, все, он не побежал. Вот он, все, вижу. Проглядел. Опа. Опа, опа. Так, я опять не побежал, да? Хорошо, блин, кура занята, это плохо. Ну, пойдемте драться. Что нам еще делать? Хотя я хотел бы сейчас уже собрать Скади, но кура занята. Давай, братюня. Не, давайте все-таки соберем Скади до конца уже. Пойдемте отпушим, и у нас будут фуловые души. И что дальше? О, тихо-тихо. Смотрите. Пу! Ах ты, тварь тупая. Ладно. Кстати, на будущее, чтобы вы знали. Тихо-тихо-тихо-тихо. Кура-кура ко мне, кура ко мне. На будущее, чтобы вы знали. Так, ну подожди, давай. Ну, это нормально, забрали мой ТП, это норма, понимаете? Это в наше время это норма. То есть это типичное чмо, которое всю игру мне мешает, но это нормально. На будущее, смотрите, когда вы поднимаете ветра, и у врага есть БКБ, он 100% прожимать может БКБ, даже во время ветров. То есть, поднялся ветра, нажал БКБ, опустился, у него будет работать БКБ. Запомнить навсегда, это плохо, это очень плохо. Ну а что делать? Прикиньте, вы видели, да? Я выложил спокойно итемы, выложил итемы. Начал просто собирать вещь. И что вы думаете? Подбегает гнойная тварь Котл, забирает мои вещи, забирает ТП. Прикиньте, тварь. Фу, просто мразь. Так, ладно, короче, ждем. Ну, опять же, мы затащили, само собой, без вариантов. У нас уже 2200 хп, это очень хорошо. Ну и остальные тоже статистики у нас хорошие. 230 атаки у нас. Квапа просрала БКБ. У Квапы пыль. Ну, видите, стата 43-41, о чем здесь говорить? То есть игра, в принципе, равная. Но здесь играет самый профессиональный СФП. Все, ну что еще по гайду, можно сказать. Все скиллы вы уже увидели, я вам все рассказал про них. А, про ульту, что делает ульта? Ульта выпускает все ваши души и наносит урон врагам. При этом запомните, чем больше у вас душ, тем сильнее урон от ульты. И самое главное, ульта максимально дамажит, когда враг стоит вплотную к СФ.
Чем дальше враг от СФ, тем будет слабее дамаг. Поэтому ультуйте, когда враг вплотную. Когда вы поднимаете ветра, вставайте прям под врага. Ну, пожалуйста, не надо. Не надо, пожалуйста. Ну, пощади, пощади меня, пожалуйста. У Клопы, кстати, есть пыль, не забываем. У Клопули есть пыль. Ну чё, давайте, инициируйте, инициаторы. У нас Шейкер вроде есть, где-то я его видел. 9-3 пойдет. Так, душ у меня фуловый, нормально. То, что их там выкинул, да это вообще посрать. Никак вообще не зарешало, абсолютно. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Хотя можно было запушить, да, сплит-пуш, но я уж пойду подерусь тогда. Не, смотрите, обоссались. Эй, говно. Больно, больно, она бьет. Давай, давай, давай. Эй, пошла сюда, мразь, пошла. А мы сейчас сделаем вот так вот. А-а-а, собрала, собрала, хорош. Тихо, 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 братиша, тихо. Ладно, не суемся. Просто сносим лайн, это, собрала линку медуза, поэтому, видите, ветра сбились. Ну, это ничего страшного. Эй, говно. Чё, есть? Опять, да? Пошла сюда. Нет, нет, братюня, уходи. Больно, тяжело, конечно, убить. Медузу влейте. Тяжело ее убить. Нет, короче, это просто садомаза. Зато смотрите, когда мы ее отвлекаем, видите, пока мы ее отвлекаем. Там сносят топ. Потихонечку сносят топик. Пошла, мразь. И что дальше? А, там, кстати, гем лежит. Больно, больно, больно. Но это медуза все-таки. Это медуза, что я могу сказать. Это обычная медуза, стандартная. Пошла, мразь. Ха-ха. Псина. Зато, смотрите, она ничего сделать не может. Она практически никого не может убить. Ладно, пойдем дальше тогда собирать уже кирасу. Или можно собрать... Знаете что, давайте мы соберем не кирасу, мы соберем доминатор. Вот. Да, соберем доминатор. Подождите, я не помню, с доминатором будет стыковаться в IFC? По-моему, должен стыковаться. Да, должен, конечно. Да, да, стыкуется. Нам нужен лайфстил. У нас огромная атака. Нормальная атака. И будет хороший идти лайфстил. Уже пора покупать доминатор. Тем более, 3000 голды. Что еще могу сказать? Давай, давай, давай. Иди быстрее, братюня, давай. А этот доминатор мы просто уже можем проапгрейдить. Например, все, что ли, конец? Чувак, не гони. Убейте его, убейте его, убей. Нормально, все. Нет, я еще не хочу конец. Давайте проверим, работает Скади доминатор. По идее, должен. Давай, 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 давай. Да, работает. Ну все правильно, видите. Ну я профессионал никогда вас не обману. Никогда. Пожалуйста, задефайте, красавцы. Все, задефали, нормально. Изи-бризи, короче. Ну, как я и обещал, я показал вам профессиональную игру за СФ. Просто профессиональную. То есть мы победили без вариантов, у нас уже почти 8 слотов. Ой, даже почти, ну 6 слотов, ладно, 6. О, кто-то получил, видите, предметы. Изи-бризи. Нормально, простояли на миду, у нас там, по-моему, один раз убили чисто случайно. Еще раз говорю, смотрите, у них пик был тяжелый, начнем с этого. Не забывайте, что играл Пуш, наш антигерой, и Баратрун, который тоже, в принципе, антигерой. Он может вылавливать СФ и убивать. Если бы я играл за пару... Вот этого СФ я бы убивал бы, думаю. Ну, если бы у СФ не было бы ветров. А сейчас редко кто собирает ветра. Это в основном на турнирах делают. Ну, про Итема я уже сказал, да. Сейчас можно собрать доминатор и потом это проапгрейдить его. Или собрать кирасу, или баттерфляй. Или можно дизолятор собрать, но вместо доминатора. Ну, все, короче. Поставь лайк, напиши комментарий.
подпишись на канал.